Друзья, всем привет! Давно вы не выходило на моем канале видео, решил записать, как проходит мой карантин. И прямо сейчас покажу. В общем, сейчас я как раз на тренировочке на своей. Карантин у меня проходит вот в такой обстановке. Солнышко, бассейн. Потом расскажу про условия, которые нам создали здесь. Здесь вы видите три стула. Это три стула для места брусьев и под отжимания. В общем, пока... Сейчас выключу музыку. Пока мне турки не повесили, у меня нет просто дрели, я их позвал, говорю, повесьте, пожалуйста. В общем, они пришли, нахерачили меня вот так вот. Я залез на турник, и он сразу же оборвался. Вот, теперь жду, когда они придут в следующий раз. Сейчас у нас 4 дня карантина. Выходить нельзя, как вы видите, машины не ездят. На улицах никто не ходит, не гуляет. Но мы здесь во дворе можем. В общем, мой карантин, мой тренажерный зал здесь. Мое рабочее место тоже здесь. Все проходит на балконе, на улице. Итак, самый любимый мой снаряд, который всегда и везде у меня присутствует, это вот такой баран. Он называется. У него, видите, очень много захватов можно делать. Можно сделать такой захват. Можно перевернуть руки и сделать таким образом захват. Ну и вот этот вот захват. То есть очень много комплексных упражнений можно делать с этим бараном. Вот, колесо обязательно, конечно же, с ковриком. Вот так вот коврик идет, вот так вот колесо. Это я включил в постоянный каждодневный рацион. То есть обязательно прокачка пресса на колесе. Что, сынок? Скажи, что я поругаю его. Закрывай дверку. Да. Да, вот, в общем, штангочку себе заказал. Ну, вот штанга пришла. А блины турки пока не привезли. Посмотрим, что будет дальше. И одна из любимейших моих — это резина. Я очень люблю работать с резиной, потому что, как мне кажется, резиной прокачивается все очень классно. Ряд упражнений, если интересно, обязательно покажу. Да, это многие, наверное, не знают. Это для прокачки шеи. Тоже всегда, везде, в каждой квартире, где только присутствую, везде этот тренажер со мной. Не знаю, почему-то считаю, что шея должна быть всегда прокачанная. Вот. В общем, вот таким способом у меня все проходит. Вот так вот берем с музычкой. И происходит кач. Вот так вот. Сейчас сделаем кусочек на брусе, дабы показать вам, что такое брусья и как с ними работать. Единственное, что я поэтому и прикупил брусья, для того, чтобы было поудобнее, потому что на стульях это вообще неудобство, ни хрена. Но тот, кто хочет, то можно поработать. Было бы желание, главное, правильно? Полная амплитуда не получается, потому что колени некуда девать. Вот такими сериями и подходами я работаю. В день выделяю 1,5-2 часа для занятия спортом. Сейчас чуть потише сделаю. Выделяю очень много времени также на работу, потому что работать мы не прекращаем. У нас работа онлайн идет, поэтому работаем много. Конечно же, время детям еще уделяем, гуляем и так далее. Кстати, сейчас в Турции объявили 4-дневный карантин. Вон, видите, первая машина поехала за первый день карантина. Здесь не как везде. Здесь карантин только по субботам, воскресеньям. И в праздничные дни на 4 дня закрыли всех дома. Единственное, что нельзя делать, это нельзя, даже в будние дни нельзя выходить на море, купаться на море, сидеть у моря на лавочках. Все рестораны, кафешки закрыты. Плюс нельзя выходить детям от, ну, грубо говоря, от нуля и до 20 лет. То есть молодежь вся сидит по домам. Ну а те люди, которые постарше, до 60 лет, имеют право выходить, там, я не знаю, делать покупки. Мы даже смотрели, некоторые магазины именно с одеждой работают в Турции. В общем, вот такой вот карантин. Тёмка, это поднимать не надо. Вот у меня еще один помощник пришел здесь заниматься, да? Ну давай бицули сделай, два подхода, иди сюда. Потом будешь поливать. Эти штучки потом. Давай резиночку я тебе приготовил. Бери.
Она, правда, жесткая. Зеленую потеряли резинку. Это синяя у нее. Жесткая. Раз. Давай. Раз. Вот так. Хорошо. Два. Старайся не шевелить. Три. Четыре. Хорошо. Вот видишь, как бицуль качается. Пять. Шесть. Хоть он еще воробьиный, но он есть. Семь. Восемь. Десять. Девять. Давай. И еще раз. Десять. Второй. Раз. У тебя хорошие руки будут. Классно будет видно. Бицеп. Пять. Шесть. Семь. Зверь. Восемь. Давай. Девять. Сильнее. Десять. До конца. Молодец. Хорошо. Работал. Все, теперь можешь полить цветочки. Прикольно, да, поливать? Только не поливай землю, потому что там уже залита она. В общем, друзья, вот так наш карантин и проходит. Все время на свежем воздухе. Солнышко. Красота. Выступает Артем Сергеевич Пынзарь, заевшийся клубникой, но вытрем потом. Поехал. Воробей полушится, прыгает и кружится. Перышки заерошил он и хвостик распушил. Погода хорошая, чиф-чиф-чиф. Молодец, дай пять. Ну а вам не хворать, дорогие друзья. Занимайтесь спортом. Не забывайте про спорт, потому что за время карантина можно так поднабрать и так облениться, что когда выйдешь после карантина, будешь жирный, ленивый и ничего не захочешь. Так что давай, вперед. С вами был Серега Пынзарь. Всем пока. До новых встреч. Пишите, кстати, в комментах, какой влог для вас снять из Турции. Я обязательно сниму. Ну, а я пошел продолжать свой кач.